Ваня, сегодня я вам хочу показать чит на сервер Mineplex. То есть давайте попробуем это на примере мини-режима микробатл. То есть мы сейчас зайдем в арену поменьше, то есть вот здесь это 11 человек. То есть вот, как вы видите, в спектейт режиме хаки у нас пока что не работает. Ну как, флай, конечно же, работает. Вот, игра уже как раз-таки закончилась, команда Blue победила. Уху-ху, и сейчас мы... Надеюсь, затащим тут всех. То есть давайте мы сейчас выберем наш кит. Я возьму, наверное, файтер. И я возьму Тиму красных. Вот так вот. Вы так, конечно же, можете травлить друзей на Майнплексе. То есть вот мы тут вот летаем вообще. Все просто круто. Вот мы можем даже до тех букв долететь. Это только лобби. В игре этот чит гораздо, я надеюсь, эффективнее будет. Я его уже, конечно же, пробовал. Я его тут с регеном пробовал и так далее, с хаками. Так, 2 секунды. Все, меня закинуло. Так, все, включаем мультики лауров. И сейчас мы полетим на наших противников. Получайте вы, жалкие людишки, как вы смеете тут наших бить? На, получайте. Чё вы? Забабили сразу же. Еще, наверное, с музычкой какой-нибудь, которую я подберу, это будет круто выглядеть. Батя, чё вы? Засали, да? Чё вы можете? У меня отличный хак по имени Words. Или как он там называется. Может, я, конечно же, криво прочитал, но канал человека, который создал тот чит, будет в описании. Можете скачать там версию, которая вам по душе и так далее. То есть, да, вы там можете скачать абсолютно любые версии. То есть, вот вы видите, Роген отлично работает. Офигенный хакинг, да. Вот вы какие жалкие, вы чё, вы уже ничего нам не можете сделать. И остался лишь последние 2 человека, до которых я сейчас доберусь с помощью... Words. А, пишет уже то, что хакер, я хакер, да, я хакер. Я ваши компы хакну, вам интернет всем сломаю, понятно? Не будете вы больше сидеть за интернет и можете уже не платить. Да, я хакер, глупый хакер. Ну ладно, все. В общем, мы победили довольно-таки легко. А нет, еще 2 желтых осталось. Но мы их вообще сейчас легко разнесем с данным хаком. То есть вот мы вполне можем летать. То есть вот вообще все просто у нас зашибенно. Минус 1. И 2, который тут под землей спрятался. Ну, точнее, не под настоящей землей, а под искусственной, которую он поставил. Все. Просто легко. Просто легко. Мне пишут еще и то, что меня забанят. Не затащил хакер. Да. Я вот не написал бы ГГ, если бы я играл с хаками. Это было бы неинтересно. То есть просто, можно сказать, ГГ изи. Типа я победил, я такой крутой и так далее. То есть давайте мы сейчас попробуем поиграть также в голодные игры. Голодные игры. И вот, у нас тут идет это самый отчет. Отсчет. И давайте вот сюда тогда зайдем. Ну, как видите, реген у меня вообще отлично работал. Я не знаю, будет ли он работать у вас. Но у меня он работал отлично. Я не знаю, если вы играете в микробатл, я вам рекомендую вначале заходить там на золотой блок и там заходить в мини-игру, где вам больше нравится. Ну, писали то, что мне там бан дадут и так далее. Я сомневаюсь, то, что мне бан дадут просто так. Доказательств у них вряд ли есть, то, что с хаками играл, может, спидскрины сделали или еще что-то. Ну ладно. Все, в общем, мы появились. Включаем сразу же функцию Auto Steal в миксе. И бежим на центр. А, это я пинговал немного. Так, все. И да, погнали. Погнали. Давай! На! Вот так вот уже сразу же оружие вначале у меня появилось. Все, теперь я крутой. Все, давайте теперь попробуем выносить людей. То есть вот тут один уже от нас хочет убежать. У меня, конечно же, аутоид включен.
как-то не очень так хорошо. Вот у кого-то уже скин из Minecraft Story, мод, по-моему. Кстати говоря, хорошая игра, но я еще ни разу не пробовал в нее играть. Так, что-то у меня реген вообще как-то не работал. Ну ладно. В общем, я здесь слился тупо, потому что у меня не работал реген. А, точно, реген не работает в основном только со слайм. Так, все, выключаю киллауру в лобби. И давайте еще попробуем сыграть в какую-нибудь мини-игру. Ну-ка, может быть... А, у меня аутолут был включен. Хорошо. Выхожу тогда и выключаю аутоскин. Блин, еще такие громкие звуки здесь в лобби. Я сделаю немножко потише. То есть, я не знаю, давайте попробуем суперсмачная битва мобов. То есть, суперсмешмоб. Интересно, получится ли у нас хоть что-то здесь? Ну-ка. Вот, зашел я. Вот, также мы здесь можем летать. То есть, вы нажимаете на кнопочку F, то есть, у вас будет сначала G на клавиатуре, вы можете, конечно же, перебиндить. Нажимаете на кнопочку F и пробел, то есть, вот, мы взлетаем спокойно в космос. Я возьму эндермонокит, потому что у него защита норм, то есть кольчуга. Так, включаем сразу же мультиауру, то есть, чтобы она всех атаковала. И сейчас мы включим функцию реген, но он уже был включен у меня давно. И поехали! Давайте! Чё вы можете тут мне приподнять? Ты что, тоже читер, что ли? Коровы не летают. Коровы летают только в сказках, понимаешь? Да, тоже, походу, читер, наверное. Ух ты, офигеть! Как много коров! О, нет, он сейчас бумкнет. Но я таки и знал. Так, ну ладно, я реген отключу, а то он бесполезный здесь немного. Уху, давай, получай жирный слизень. Кстати говоря, когда я его убью, он жирнеет. Прикольно, сделано. Уху, давай, чё ты можешь? Я не знаю, ну этот чит я пока что тестировал, чтобы он везде работал. Просто везде. Ух ты, какая корова у нас. Волшебная прямо. Я, кстати говоря, только один раз слился, это так неплохо. Так, спускаемся и добиваем коровку. То есть легко. Вообще просто это было легко слишком. Даже слишком, я бы сказал, что это легко. Сейчас полюбак. А в хакс нуб. Пишет мне офни хак нубы. Он даже написал неправильно сам. О, нет, сейчас корова будет бомбить, наверное. А, точно, наш волшебная. Наверное, это какой-то донаторский кит все же. Так, ну ладно, у меня пока что одно сердечко. Я все же не хочу терять особо здоровье. Мне еще там писали офни хаки свои, типа. Но мне это не надо, потому что у меня обзор сейчас идет. О, ах ты, нифига себе, так он меня слил даже. Уж это было жестко, когда он меня слил. Ладно, я тогда пока что без флая попробую полетать. То есть, да, вот корова. Она меня мочит, конечно же. Вот, ну корова играет по-мастерски довольно-таки это. Давай, чё ты? Меня таки и бить будешь? О, нифига себе, какой крипер. Вообще жесткий. У них уже у всех по одной жизни осталось. Давай. Есть, я убил коровку. Здесь киловара, конечно, не такая уж крутая, но все же, хоть какая-то, как говорится. Угу. Ну уже, давай залезай ко мне, корова. Ой, я там слизни мочат, вражеские. Ой, нифига себе, меня как подбили. У всех уже по одной здоровье, у меня целых три. Здоровье, конечно же. Офигеть, вот такой-то классный эффект, конечно. Здесь, на этом сыре. На тебе, получай. Своей пушкой из коров тебе не поможет. Ну давай. Лети сюда. Давай, получай. Давай. Чё ты могёшь? Во! Все, последний человек остался, то есть крипер. Какой человек? Сейчас все будут писать, ох, не хаки, ну, я на тебя пожалуюсь и так далее. Наверное. Все так будут писать сейчас.
Ладно, криперы, я могу даже без лайфхакинга, наверное, убить. Но я ГГ писать, как говорил, не буду. О, так он типа такой умный. Фу, не, мне так с ним неудобно будет пвпшиться. Включу-ка я тогда мультиауру лучше. Он сам себя подрывает, офигеть. Вот это крипер. Это крипер, да? Крипер, на, получай. Блин, здесь это прыжки такие есть. Ура, я его убил. Все, вот так вот мы легко победили. Конечно же. Ну как легко? Сложно, конечно же, мы победили хак. Ну пишут, ну это ясно. Я хакер, и я играю с хаками. Да, я нуб, конечно же. Так, ну, давайте еще где-нибудь попробуем этот чит и заканчиваем серию. Я не знаю, можно попробовать в блокханте, но, в принципе, сейчас поставлю на паузу и уже продолжу, когда зайду туда. Все, я зашел. 5 секунд до старта у нас. 4, 3, 2, 1. Все. Вот какой офигенный хак. Мы даже до букв успели долететь. И сейчас мы попробуем залететь на... Вот на кровлю от той вот этой территории. Мы играем за печку сейчас. Это легко очень и стать. Блин, я вот сейчас боюсь, если приземлюсь, я помру. Нет, я не умер, и это хорошо. То есть вот, мы уже залетели сюда, нас вряд ли кто-то достанет. У меня, конечно же, пролагивают текстуры. Я их сейчас попробую возродить с помощью рентгена. Нет, еще только хуже стало. Ладно, я тогда сейчас немножко снижу частоту кадров и снижу прорисовку на максимум. Все. Теперь у меня текстуры меньше стали пролагивать, и это радует. То есть вот вы видите, фастбол работает офигенно. То есть мы стреляем, хотя нет, все же графику стоит немножко повысить, а то я вообще ничего не вижу. Да, то есть там-то уже сикеры стали спавниться в этой, в Биг Бене, или как это называется. Йо-хо-хо! Ну, может, часовник какой-нибудь? Йо-хо-хо, давай, получай, что ты можешь. Сикер позорный. Левак, вот сейчас кто-нибудь напишет то, что хакс. Ребята, хакс. Да, я лорд, и я могу делать все, что угодно, потому что я лорд. А вы мои прислужники, как говорится. Ну, паникует, понятно, то, что я лорд. Да уж, лорд хаков каких-нибудь. Ну, уже там, может быть, кто-нибудь выйдет из дома, чтобы получить от меня вот этого. Дождя и стрел в себя. Они там уже в меня целятся. А я в него попадаю. Ух ты, у меня уже супер акс. Прикольно. Ой, больно же, парень. Да, жалко то, что здесь реген не работает. А было бы круто. Так вот там. Они бы меня били, и я регенился. То есть вот. А те даже попробуем реген. То есть, как вы видите, у меня отнимается это самое... сытность, но я не регенюсь, то есть, да, реген здесь не всегда работает, у меня лично на микробатле работал, вы сами все видели в начале видео, ну же, сиктайм остался немного, и вы все равно сольетесь. Вот это дождь, вот это я устраивал им дождь. Наверное, там думает, о, хакс, о, смотрите, еще один летающий горшок, ребята. Вы видите, это еще один летающий горшок, то есть это мой братик. Привет, братик по хакам. Да, привет. Я сюда, если что, никого не звал мне помогать. Это просто мой братик по хакам, можно так сказать, на этом сервере. Он просто зашел вот так вот со мной побаловаться. Давай, бьем того плохого сикера. Офигеть, там еще один хакер, как он сюда залез? Давай, получай. Чё ты можешь со своим хузунь или с чем ты там играешь? Он что, с регеном, что ли? Как-то он не подыхает очень долго. Е! Его убили! Его наш братик убил. Где мой братик? Где мой горшочек? А, все, он, походу, ушел.
Ну ладно, он зато слил нашего врага, но я его реально очень долго бил, то есть это явно был реген, ребята. То есть это был явно реген. Ну-ка я вот сейчас это попробую реген тогда. Да, то есть реген здесь не работает, он немножко косячит. Как бы сказать, с антихаком данного сервера. Ну это вообще было круто. Нет, опять сюда этот засранец идет. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Плохой ты человек. Да нет, это просто бесполезно с ним вот так это драться. А нет, я его слил, гляньте, я его серьезно слил. Офигеть. Вы видели? Я вообще в него столько стрел пустил, он не сдох. Офигеть, конечно, да? Ого-го. Вы видели, как он долго не помирал? Это жесть вообще была какая-то. Ой, ко мне тут еще сзади, наверное, подходит. Ну ладно. Да, то есть это реально, походу, какой-то читачок. Так, давайте тогда попробуем в полете его убивать. То есть, да, в полете как-то не очень получается. А, они меня вдвоем херачат. Ну, понятно, все с ними. Вдвоем, типа, крутые такие. Два брата. И они крутые. Но я сейчас буду в полете именно. Так вот драться с людьми, то есть я буду натягивать лук и стрелять. Все, вы меня не поймаете, я хак. А не лак какой-то, который летающий. А, так вот как они сюда залезают, тут лесенка, оказывается, есть. Ну или нет, может быть, тоже хакеры. Ну ладно. Если что-то канал создателя чита будет в описании. У него тоже есть канал на Ютубе. Что-то я в последнее время обозреваю читы, у которых... А, они с помощью топориков, значит, залезают у нас. Своих айрон топориков. У-ху-ху, мы умеем летать. Все, 30 секунд, сиктайм остался, то есть. Вообще, мы просто изи победили. Можно вот так вот и летать. Так пишет репорт от меня, так ультра какая-то пишет. Ну все, осталось немного времени. 15 секунд уже почти. Все, 15 секунд, я победил. Ну, точнее, мы победили. Мне же еще помогал горшочек читак. Так что спасибо ему большое. Хотя он меня не услышит. 100%. 3, 2, 1, 0. Ура! Хайдеры победили! Вот так это вам, сикеры. Съешьте свои топоры. Репорт, да? Пишет. Пишет Хакс. Ага, ну вообще ладно. Классная серия появилась. Обзор на чит для мейнплекса. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. С вами был Ваня. Ссылка на чит будет в описании на Яндекс.Диски и сайт, где их выпускают тоже. То есть не на Яндекс.Диске будет ссылка. И канал создателя чита тоже будет в описании. Всем удачи и всем пока.